Вот вы мне не поверите, но я это делаю абсолютно бесплатно, потому что в прошлом году Grand Capital Credit дал мне деньги на химию. Представляете? В течение года я проходил химию. В этом году у нас немножко другая штука, но тем не менее, когда человек дал мне деньги, я все это дело отрабатываю. Вы понимаете, о чем речь идет? Я денег не беру. Но в прошлом своем сюжете я вам говорил о замечательном материальчике. И я его сегодня вам покажу. То есть в прошлом сюжете я вам рассказывал о том, что есть нормальные люди, у которых нету никаких проблем. Они просто работают, просто выдают деньги, просто на этом деле зарабатывают. Хотел бы я сюда свои денежки отдать? Да, конечно, я бы хотел бы. Но пока не получается. По одной простой причине. Мне сейчас денежки в другое место необходимы. Так что если у вас есть желание, помогите мне. А потом мы вместе с вами отдадим свои деньги в Grand Capital Credit и получим свои замечательные проценты. И это никакая не пирамидка. Потому что пирамидок в стране и в городе их очень много. И совсем недавно Сбербанк очередную пирамидку и прихлопнул. Ну а что вы думали? Я вам тогда объяснил, я делаю это сейчас. Сказано, сделано и без обиняков. А кто скажет, зачем вы ехали, а я объясню. Нормальное место с меньшими затратами. Кстати, первая улица то. Я прекрасно понимаю, что вы, как и раньше, получаете свои деньги. Никаких проблем не возникает. Абсолютно. Как и раньше, я получал и сейчас получаю. Вот. Также и говорю тем вкладчикам, которых я привел в этот Grand Capital Credit. Никаких проблем не возникает. Никаких проблем не возникло и не возникает. А если мы сейчас попросим просто девушку, чтобы она вам выплатила ваши денежные средства? Можно сделать? Так, пожалуйста, пожалуйста, конечно. А как вы хотите? Хотите деньги? Да пожалуйста, потому что правило. Тот, кто ждет, тому воздастся. Я вам еще раз говорю, проще и грамотнее подождать. А ваши проценты как тикали, так и тикают. Человек положил деньги, получил прибыль и ушел отсюда. Спокойно? Да, совершенно верно. Мы выдаем денежные средства, мы как работали, так и работаем, и исчезать мы никуда не собираемся. И где все это находится? На улице Жукова, 23. Конечно, город меняется в лучшую сторону. Конечно, хочется центра, но и отсюда до объездной рукой подать. По сути, спасибо большое комбинату за объездную. Я до сюда могу добраться за 12 минут с вокзала. Ну и понять-то надо. Город будет развиваться на юг. Так что скоро и это будет центр. Вот как-то так получается. Человек не прыгает. Человек понимает, что да, были проблемы. Проблемы в основном с банками. И с другими товарищами, которые не хотят понимать, что люди работают. Понимаете? Также они выдают под те же самые проценты. Не под дешевые проценты. Но когда вы выдаете свои деньги, они с вами делятся. То есть вы получаете свои средства. Понятно, что некоторые проблемы возникают. Но некоторые проблемы, а с некоторыми проблемами работают судебные исполнительные структуры. То есть, если вы что-то, деньги не отдали, то у вас рано или поздно наплющат. И вы никуда не поедете, и вы будете сидеть и будете свои деньги отдавать. Поэтому, ребят, если честно, берете деньги, отдайте. Вот. Другой вариант. У кого вы эти деньги берете? У кредитно-потребительского кооператива. Это просто супер. Потому что, отдавая сюда деньги, вы получаете прибыль. Если вам сильно деньги необходимы, вы придете сюда и получите, и возьмете свои деньги. Потом также вернете. То есть, схема настолько прозрачна, что вы все это сами понимаете. То есть, никаких проблем, ничего нету. Люди работают, люди дают вам заработать. Ну и себе чуть-чуть хватает.